Владимир Ружицкий проинспектировал работу общественного транспорта в округе. В ходе рейда глава пообщался с пассажирами и водителями рейсовых автобусов. Встреча прошла в микрорайоне «Самолет». Какие вопросы беспокоят жителей и перевозчиков, узнали мои коллеги. Глава округа проехал по маршруту 12-25. В целом пассажиры довольны работой общественного транспорта в микрорайоне, но порой автобус приходится долго ждать на остановках и много времени занимает дорога до метро. Риски это жалобы на автобус, на водителей, на... Ну, мы не так часто пользуемся, но жалоб нет. Но мы сейчас по графику смотрели, все, вовремя прибыло. Автобус регулярно, только пробки большие. Утром около часа по-любому, когда час пик самый. В микрорайоне «Самолет» проживает более 30 тысяч жителей. Поэтому вопрос с транспортной доступностью здесь на особом контроле. Здесь должны ходить большой класс автобусов. Народ надо вывести утром и завести вечером. Малыми автобусами вы этого никогда не сделаете. Или сделаете, но будет масса жалоб жителей. Запустить рейсовые автобусы большого класса здесь готовы, но на некоторых поворотах трудно развернуться. Перед застройщиком поставлена задача – проработать схему расширения проезжей части. По поводу дорожного покрытия Зенинского шоссе. Там сужено дорожный проезд плюс плохое дорожное покрытие. То есть скорость снижается до 5 км в час. В ближайшее время они ямы залатают, а уширение будет у нас уходить на новую трассу. С Барыкина будет прямой выезд на новую Хорду. Когда? Обещают они в 2023 году. Еще одна проблема – незаконная парковка больших грузов на Каштановой улице. Фуры мешают завершить маршрут. Грузовики полностью заставляют наш круг. Здесь стоит знак «Остановка запрещена». Мне негде тут встать. Я переграждаю дорогу, там стою на остановке. Мешаю высадке пассажиров. Подключили проектную организацию, где мы должны в этих местах, в микрорайоне «Самолет», найти такие отстойно-разворотные площадки. Потому что, когда автобусы, особенно большие, будут парковаться на улицах микрорайона, то это создает дополнительные трудности для движения транспорта, ну и неудобства для жителей. На встрече поднимали и другие вопросы, которые волнуют водителей автобусов и пассажиров. По всем будут приняты конкретные решения. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.